Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Авто Плюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство – надежный автомобиль. В эфире проект «Место происшествия», и мы продолжаем. Пьяного крикуна задержали сотрудники ДПС на улице Мопра. Мужчина только отъехал от сауны, как перед его авто засверкали проблесковые маяки. Бедолага был сильно расстроен задержанием и заявил, что он жертва беспредела. Сначала он прослезился, а затем понял, что это не поможет, и стал громко кричать. Подробности в сюжете Сергея Пичугина. Вы нормальные вообще. Задержанный Виктор уверял, якобы он не водитель, а пешеход. Сотрудники ДПС ему возразили. Объясните мою причину остановки. Причина остановки — управляете транспортным средством с признаком опьянения. На вас ориентировка. Ориентировка? Да. То, что я пешком шел. Что вы от сауны отъехали, вот вас остановили. Пешком шел домой. Водитель стал требовать от инспекторов необычный документ. Протокол остановки где? Не надо отвечать. Протокола остановки нет такого протокола. Далее мужчина потребовал от полицейских расслабить ему наручники. Я шел по улице. Да мне больно руку, пожалуйста, ослабь. На автомобиль. Давайте ослабну. Да пожалуйста, ослабь. Вот ты заметь. Я никуда не убегу. Сотрудники ДПС сделали все, как он просил, но Виктору показалось этого мало. Он просил ослабить наручники по принятому стандарту. Какой должен быть зазор наручника? Такого ГОСТа нету. Как ГОСТа нету? Вы что? Но есть ГОСТ. Мужчина от избытка чувств прослезился. В это время инспекторы готовились к экспертизе, а приятель Виктора запугивал понятых, угрожал им расправой. Вы какое имеете отношение к этой машине, мужчина? Какое имеете отношение к этой машине? Вы почему меня посылаете? Вы почему грубите мне? Водителю предложили пройти освидетельствование. Виктор же перед экспертизой хотел еще раз проверить, все ли в порядке у полицейских с удостоверением. Я не вижу. Да я не вижу. Вот так видите, да? Так, 0,9. Инспекторы предупредили, затягивание времени они могут расценить как отказ от теста на алкоголь. Напишем отказ. Все понятно? Вы причина моей остановки, скажите, я шел домой. Проходить будете? Причина моей остановки. Проходить будете? Акт причины моей остановки. Через несколько минут у водителя Виктора были претензии и к эвакуаторщику. Покажи мне протокол. Сейчас будет протокол. Покажи. Сейчас будет. Покажи. Почему вы можете забрать мою машину? Что не понимаю. Виктору грозит стандартное для пьяных водителей наказание. Лишение прав и штраф. Машину ему придется за деньги забирать со штрафстоянки. Сергей Пичугин, место происшествия.